В Ленинском районе подошла к концу масштабная благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости». На протяжении 7 дней неравнодушные жители муниципалитета предоставляли помощь нуждающимся в этом людям. Многие предприниматели подключились к инициативе. Большой вклад внесли представители торгово-промышленной палаты. Предприниматели района, которых на сегодняшний момент объединяет торгово-промышленная палата, они, в общем-то, социально активны в этом плане и готовы откликнуться на любую помощь, которая требуется тем людям, которые не имеют необходимо. Благотворительность была оказана не только в виде товаров первой необходимости. Адресную помощь получила семья члена Ленинской районной ассоциации военнослужащих, уволенных в запасы и отставку, ветеранов войн и военной службы «Перспектива». Супруга Андрея Бирюлина Вера Ивановна уже много лет прикована к коляске, которая давно нуждается в замене. Средств на новую нет. Получить в подарок современную инвалидную коляску с электроприводом для них было приятной неожиданностью. Как снег на голову, электрическая коляска. Вот. Ну, мне тоже супруга дорогая, она, как говорится, меня в Афганистан провожала. Вот, встречала и вот по всю жизнь, как говорится, в ногу вот с ней вместе идем. Вот, поэтому мне очень дорого и дорого ее здоровье. Остальным членам ассоциации, а это в частности матери и вдовы участников войн, предприниматели подарили комплекты качественного постельного белья. Нам эта помощь важна, и мы выражаем благодарность торгово-промышленной палате за эти подарки. Представители торгово-промышленной палаты и ассоциации военнослужащих договорились о дальнейшем сотрудничестве с обеих сторон. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.